теперь я могу прочесть. Но это имя. Эйр! Ого! Это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решил. Кошмары! О, жуткие твари! Кошмары! Враги убиты. Как попасть к крестцу? Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Причалим здесь? Резец уже рядом, за этими вратами. Резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они поступили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь.
и рубил его. О нет, он упал на деревню? Да, когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Враги! Оборотень! Опасный зверь! Убьем его вместе! Вперед! Нужен резец? Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. Рома! О, отличный ход. Спасибо. Его идея. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил. Крепко заперто. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Впереди враги. Только скажи. Зачем он световой кристалл, а? За тобой, стал лучше. Остывшая смола мирового древа. Удачно. Трума! Есть! Читай. Слушаюсь. Ньорду мы подносим дар моря.
Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Ха!
Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Сегодня я художник. Ну, это что-то. Чем могу служить? Вернемся к тебе. Стесняюсь попросить. Носите аккуратно. Но это и так. Не берите в голову. Да, да. Чтобы был полезен.